Всем привет! С вами я, Лимончик. Сегодня нахожусь в ОМС-2 на карте Москва, Северный округ 221. И сегодня мы прокатимся по маршруту номер 170 вот на таком вот ЛиАЗе 6274. Бортовой номер у нас 43-282. Этот автобус можно будет приобрести у одного челика в ВК. Давайте посмотрим. У нас поднимается пантограф вот так вот. Вот, в общем-то, такой автобус. Такие вот сидушки здоровские, как реально. Стекла, заметьте, новые. Это поставка новых ЛиАЗов. Вот у нас карта Москвы. Вот она. Я вам сейчас аккуратно покажу. Вот она. Вот Садовая, Лобнинская. Мы сейчас где-то вот тут вот. Рядом с Лобнинской. Да. Да. Так что вот так. Но эта карта старая. Так что вот так. Ладно, давайте сядем на переднее сиденье отсюда и зайдем в кабину. Вот такая вот у нас кабина. Я окошко открыл все. Давайте, о, флаги. Флажки есть. Давайте флажки поставим. Поедем мы по 170-му маршруту от Днепропетровска-Разумовская до непосредственно... Он 170 только отправляется. Давайте запускать быстрее автобус. Давайте, стойте, давайте этот автобус перейти, вот он. Окей, удалим. И перейдем обратно к нашему. Ну, мы вместо него поедем. Давайте поставим маршрут номер 170. Что у меня 170. До Бескудникова. И ранее у меня была демо-версия, тут бортового номера не было. Сейчас добавили бортовой номер. Давайте включим вот эту вот штуковину. Кондиционер. И вот эту штуку. Давайте попробуем как-нибудь задним ходом. Ну, в общем-то, кстати, у нас двери открываются. Можно открыть вроде бы с кнопок. Но я точно не помню. Но двери с этого... руля тоже можно отойти. Это электробус фирмы ГАЗ, если что. Это ГАЗ, ЛиАЗ, называйте как хотите. О, мы двинулись. Кстати, давайте закроем вот эту. Давайте газ дадим. Поехали вот так. Сейчас все равно в парке никто не отстаивается, потому что утро уже. Можно гонять по парковочным местам. О, как быстро мы, кстати, разгоняемся. Давайте тормозим. Посигналим, что... Вот, посигналили, открыли нам. Можно сказать, так сказать, врата. У нас тут, как видите, мониторчик с радио и вот такой вот монитор, который должен быть камера, но в ОМС-2 он не работает. У Чарли Фрая, кстати, такой ЛиАЗ был. У него слегка другой был. О, вот он зимним. У него было 2 года назад. Это вот у меня автобус. Вот одного челика. Вот. Вот этот автобус можно будет купить у него. Вы, думаю, видели на ютубе, кто смотрит другие ролики по ОМС-2, что есть, да, такой автобус. Я также все-таки я оставлю. У меня есть просто пак автобусов, электробусов этих ЛиАЗа и Нефа, и КамАЗ. То есть как ЛиАЗ у меня в паке, так и КамАЗ в паке. Так что я этот пак оставлю в комментариях. Так сказать, подарок будет. Господи, что это?
админ полетел в Омсе 2. Админ полетел в метро. Поехали на поварную. Можно, кстати, пока наручник поставить, пока мы ждем зеленого сигнала светофора. Не, ну в принципе автобус топовый. Вот такой вот, даже звуки реалистичные, заметьте. USB зарядки, эти, валидаторы. Кстати, у нас, если на кнопку нажать, то что будет? Кстати, когда они закрываются и открываются, у них даже у кнопок анимируются они. Да, если чуть-чуть поближе к этой белой полосе подъедем. Не люблю я. Все. Я еще не выехал, у меня только вот кузов. Нам сейчас надо будет повернуть на Дмитровское шоссе. Вот такой вот. Сейчас уже поток не такой полный. Так что более-менее уже нормально все. Так что в пробку не встанем. Это вот сегодня вечером тут будет затор. А сейчас-то еще нету. Давай посигналим, чтобы... Давайте посигналим, чтобы быстрее отнять. Не, ну мне, конечно, просто не жарко. Но... Так, все, погнали. Поворачиваем. И вот сюда вот нам. Я на этом маршруте в реальной жизни ездил, но там работают электробусы КАМАЗ. Про ЛИАЗ я не знаю, как там они там работают или не работают. Кстати, тут в реальной жизни остановка 170-160. Вот 206, ребят, это фейк. 206 уже тут не ездит. 206 от метро Селигерская ездит. Погнали. Ура, на зеленый попадаем. Мы едем, получается, по Бескудниковскому переулку. Потом сворачиваем на Дубнинскую улицу. По Дубнинской улице. Потом вроде бы по Керамическому проезду, я не помню, как это там называются остановки. Вот Бескудниковский переулок, дом 10. Открываем двери, закрываем двери. Сейчас нам на поворот. Вот торговый центр, вот там наша остановка. Ну давайте, ладно, уж под красным проеду. Ничего страшного, думаю, не будет. Остановка торговый. Давайте объявлять будем. Остановка торговый центр. Открыли и закрыли. Все, погнали. Не, ну вот вообще я кайфую от салона. Вот такой салончик. Реально, как будто уедешь сам в этом реале. Можно, кстати, люки у нас открыли денег. У нас тут в автобусе даже люки есть. Правда, нет, они не открываются. Но жалко. Вот что я с первого сиденья, как пассажир, могу посмотреть. Кабина. Такая штука. Хорошенький. Вот от первого лица
пассажира очень хорошо сидится. Так вот руль поворачивается с скоростью. Да, не, ну вот водителя, конечно, удобно. Вот так-то просто, типа, реалистично все сделано. Открываем двери. Кстати, ребята, я вас забыл вам рассказать, набирайте 5 подписчиков, я хотел вообще реально сделать, ну, на 5 подписчиков я хотел спалить свое лицо. Вы набрали уже 5 подписчиков, я что-то об этом забыл, я никому не рассказывал, это был мой сюрприз, и вот я спалил свое лицо сегодня. Кстати, у нас будет даже, мы планируем с Романом Пьютабом, кто его знает, мы хотим тушу замутить. Я даже думаю, выложим ролик, как мы тут тусим. Так что вот так вот. Мы просто с Ромой реально дружим. Я ему помогаю с автобусами. Но почему, если у меня все двери не откроются, пассажиры не сядут? Я тебя вообще двери не буду открывать. Так, парковки нет, но они как-то паркуются, вот, если его водители. Ладно, это уже не мое дело. Мое дело сидеть и вести электробус. Я хотел сказать автобус. Нет, это даже написано это электробус. Кстати, это какой-то 170 нам на встречку. Я, кстати, потом, кто хочет, я могу заменить трафик, то есть, предположим, вот эти вот автобусы убрать, поставить другие. Так, если вы садитесь, то садитесь все. Так, меня пассажиры вам все залагали. Погнали. Да, не обездвижено просто. Ну ладно, бак так бак. Вот. Все равно нам сейчас туда на поворот ехать надо. Как говорится, меньше народу, больше кислорода. Вот больше кислорода у нас пассажиры будут дышать. Так, подъезжаем. Открываем двери. Так, давайте вот не знаю. Нет, отсюда не долго. Вот отсюда самый лучший вид. Считай, на весь салон. Кстати, смотрите. Сколько не нажимай. Они не откроются просто. Двери не откроются, потому что у меня стоит блокировка. Так вот у меня автобус с подвохом. Это что еще? О, еще один 170-й. Ну вот мы часто ходим. 170-й часто ходит. Кстати, смотрите, а вот минус пантограф-то. Вот бы пантографы можно было поднимать из кабины. Это было бы вообще класс. Но об этом нам приходится только мечтать. Так, поворачиваем. Где права покупал? Угробить тем? Водитель, это пассажир, не буянин. Еду я нормально. Так. Остановочка у нас, отдел социального обеспечения. Ой, нельзя ехать осторожно.
Вообще все пассажиры здесь выходят. Ну, раз им тут надо выйти, пусть выходит. Я их насильно в электробусе держать не буду. Не хотят сидеть? Пожалуйста, уходите, вас никто не держит. Не, ну 2 170-х подряд. Он еще, кстати, 170-й останется. Итого у нас должно быть 5 170-х, мы за сегодняшнюю серию увидели. Ну, конечная. Давайте я тут даже просто развернусь. Тут, кстати, 870-й еще ездит, но его в реальной жизни уже он не ходит. Он что-то уже перестал ходить. Теперь, правда, неудобно добираться. Хотя, а что там, от Петровска-Разумовска, там МЦД-1 ходит. Прям до сюда. Давайте остановимся. Ну, а на этом все. С вами был я, Лимончик. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока, ребята.